Прежде всего хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив. Ситуацию знаешь в банке лучше, чем я, но очень бы просил, чтобы порядок был в банке. Банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, ну, Господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк. Там же наши люди и наши предприятия, да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений. Но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования. Да и мне докладывал Тертель, что нету катастрофы в банке. Вам удалось с Ледницкой стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей. Передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и людям было, которые вложили свои деньги, наши предприятия, ничего не потеряли. С нашей стороны, с стороны государства, мы сделаем все необходимое. Особой заинтересованности «Газпромовской» я не вижу. Хотя с президентом России, когда мы разговаривали, он мне тоже рекомендовал, говорить, что банк может работать, не бедные у него собственники, дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. И я говорю, мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашему закону. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке.